Так, мне нужен пистолет и панцерфауст. А это не с пистолета стреляют случайно? Ха-ха, удачи. Димасик, ошалеть, опять 2000 закинул. Спасибо тебе, мужик, спасибо огромное, реально. Спасибо, спасибо. Опять просто залетел и закинул мне. Офигеть, от души, мужик. Одно из неплохих оружий нашел, кстати. Димасик просто залетает, по 2000 кидает. С кайфом. Так, а почему у меня Димасик прям на мне? А может Димасика сюда мы сдвинем? Вот так? Нормально будет? Или лучше выше? Вот сюда, наверное, Димасика поместим. Спасибо, Димасик, спасибо. Так, что, у нас есть вот такая вот штукенция. Тоже Игорек еще. Мотивация. Офигеть, спасибо, мужики, спасибо, спасибо большое. Нормально вы так сыпите, спасибо. От души за 1000 рублей, Игорек, спасибо. Я сначала посмотрел соточку, думал, закинул. Офигеть, двойная радость. Спасибо, мужики. Мэм, мотивацию надо поднять. Спасибо. Кайф. Так, есть два варианта. Мы можем ездить на велосипеде и стрелять. А можем полетать. Но мы в любом случае, наверное, сейчас на велике сначала поедем. Я просто могу вот так вот. Вот так едешь и так. Смотрите, без рук еду. Как в детстве прям. Прям как в детстве. Тише. Заправляемся. А я... Чё-то я не понял. Куда ты поехал-то? Стой на месте. Я же могу с глайдера стрелять с пистолета? А, нет, не могу. Он двумя руками управляет. Слушайте, я на самом деле, знаете, что могу сделать? Съездить просто сюда, поискать тут панцерфаусты, слетать точнее. И затариться полностью. Нормальная идея?
Мне бензина на все, по идее, хватит. Я потом могу... Я в теории мог бы и сюда просто залететь, и все. Там зона обычная и кончается такая. Просто сюда наверх залетаешь, и норм. Мне главное глайдер тут не убить. Аккуратно все это сделать надо. Аккуратно приземлить птичку. Вот так вот, хоп. И планируем. Вот так. Идеально. Так, как раз нашел коллиматор. Тут арбалет. Ну, кстати, это единственное место, где арбалетов куча прям лежит. Всегда тут нормальное количество было их. Так, тут не такая жопа. Вот еще один арбалет. Медсумку бы, конечно, взять, но если я найду панцерфаусты, то лучше с ними. Еще один арбалет. Три арбалета лежит, если что. Так, сейчас сюда надо слетать. И надо еще канистру с бензином найти одну. Да, челлендж выиграть с пистолетом и панцерфаустом. Так, еще один скорпион лежит. Даже сирена не заиграет. Почему? Еще один арбалет. И нету панцерфауста, да? Может, на самом деле отпустить эту идею? Ну, еще вот тут посмотрю. Потому что тут краешек прям. И все. Если там нету, то просто полетим в зону. Четыре АВМ осталось. А я за АВМ и пошел. Я просто чел две башки с миника повесил. Просто не видел, куда я летел на самом деле. Блин, ну, знаете, что бы там идеально на самом деле было? Просто с ВСС оттуда пострелять сверху. Туда, куда я сейчас полечу. Там с ВСС прям весело было бы. Тут пофиксили эту, их сейчас не кладут на фуникулеры. К сожалению. Убрали их оттуда.
Мне когда это сказали, я как раз челлендж сделал на эти панзерфаусты. Типа, выиграть с панзерфаустами и с хаешками онли. Я на фуникулеры пошел, и их там нет, и мне сказали, что пофиксили эту тему. Раньше там куча их лежала, ты приходишь просто, и там их штук 10 лежит. А сейчас нет. Ну вот давай проверим, вот чисто сюда залетим, тут никто не мог лутать их. Вдруг я ошибаюсь, и в тот момент просто их кто-то забрал. The Fast есть везде они. Как тут мне аккуратно-то приземлиться? Как-то вот так вот, да? Чисто сходить посмотреть. Ну да, их сейчас нету здесь. Ишь. Брали эту тему. Но мне надо сюда залететь. Я бы сейчас просто вот так вот спрыгнул бы с панзерфаустом на этого типа. А, у меня зоны уже тут нет. А тут дропы. А я знаю, где я сейчас буду находиться. Все, надо просто зачилиться. Сюда бы еще этот, а ну тут нельзя, да, поставить? Надо, короче, отвернуться от этого типа. Чтоб он мне в голову там не повесил. АВМ там еще сверху далеко.
себе. Нет! Я хотел на эту штуку запрыгнуть и просто сюда бы сейчас прошел. И тут бы сел, блин. Ошалеть. Как-то это было по-лоховски немножко. Панцирь там был? Клянетесь. Где? Точно. Спасибо, мужики. Лучше. Я сейчас глайдер свой не найду, да? Ну, это я заново это знаю. Я уже тут проигрывал один раз в топ-3. Я бы свой глайдер на самом деле хотел найти. Но я его тут не найду уже нигде. Не надо просто тут зачилиться. Опена много, конечно. Это вот прям капец. Непонятно, куда мой глайдер улетел. Но я бы его хотел обратно. На нем как-то побезопаснее, что ли? Ну, по идее, он должен был куда-то сюда улететь, наверное. Там тачка, да, стоит? Да, там тачка стоит. Слева через дорогу, понял. Ой, уже поздно. Интересно, этот чел еще в доме или нет? Я не пойду проверять. Еще и в третьей броне был, да? Угу. Нет, что я сделал? Чинилка же сюда берется. Хотя чисто починиться и это, да? Можно так сделать. И обратно пистолет взять. Но как будто бы оно того не стоит.
Да идите вы в жопу. И я ему еще и третью каску сломал. БРДМ! БРДМ в катке! Вы издеваетесь надо мной, что ли? Что это? Я не хочу. Пожалуйста, только не БРДМ. Да я его не убью нахрен. Четыре лайф. Иди по другим постреляй, пожалуйста, мужик. У меня тут в спине еще, наверное, кто-то ползает. А как мне БРДМ-то убить? С чего? У меня блюзоны нет никакой. Слушайте, я знаю, что с ним сделать пока что. Посиди там пока. Вот так. У меня реально сзади челы. Вон чел крадется. Я панзерфаус еще просто потратил, как бы, если что. Я специально знал, что он выпрыгнет под перезарядку, чтобы я сел. Ой, жесть. Нормально. Это было хорошо.